При заполнении анкеты вашими респондентами автоматически ответы будут помещаться в таблицу. И вот здесь у вас будет возникать информация о том, какое количество ответов было дано. Вы можете просто перейти к таблице, которая пока еще не сгенерирована, скорее всего. Вы можете просмотреть ответы при помощи вот этой опции просмотра ответов. Система Google автоматически сделает таблицу, в которой не в очень удобном виде, но будут представлены все ваши вопросы. Я предпочитаю форматировать эту таблицу по мере поступления ответов, потому что бывает довольно неудобно, когда не все вопросы отображаются на экране, или наоборот, лишние вопросы можно скрывать. Но так или иначе, вот эта вот табличка будет размещена в том же самом месте, что и ваша форма. То есть, как видите, у вас есть теперь на облачном диске, если вы создали анкету, форму есть с аналогичным названием, таблица, в которой будут собраны все ответы, которые дадут ваши респонденты. В общем, очень удобный инструмент, который, я думаю, что можно попробовать использовать.